Гороскоп с 27 мая по 2 июня. Овны, подготовьтесь к насыщенной, достаточно напряженной неделе. Вам необходимо сконцентрироваться на самом главном и не распыляться по мелочам. Сейчас хорошо заниматься разрушением старого и дать старт чему-то новому. Тельцы. Представители знака готовы участвовать в разного рода авантюрах, смелых начинаниях. Постарайтесь управлять своим эмоциональным состоянием, чтобы оно не стало разрушительным для окружающих. Сейчас время для подведения определенных итогов и решения старых проблем. Близнецы. Неделя будет удачной в разных сферах. Вы перестанете сомневаться в себе, в своем успехе, в том, что нужны и любимы. Все будет складываться именно так, как вы хотите. Любимый человек окружит вам заботой и вниманием. Раки. Вы многое успеете решить, и перед вами могут открыться новые возможности. В выходные постарайтесь не поддаваться на соблазнительные предложения. Лучше соблазните кого-нибудь сами. Возможно, приятное известие или неожиданный успех. Львы. На работе возможны перемены в лучшую сторону для вас. Причем не последнюю роль сыграет личное обаяние. У вас есть все шансы хорошо заработать и подняться по карьерной лестнице. Принимайте решение взвешенно, не торопитесь хватать то, что доступнее. Дева. Неделя довольно беспокойна. Часто возникают запутанные, неоднозначные ситуации. Вам придется поломать голову, чтобы принять важное решение. При этом вы ощущаете определенный дискомфорт, но сохраняете уверенность в том, что поступаете правильно. Весы. Вам необходимо повысить свой профессиональный уровень, приобрести новые знания, будьте готовы к переменам на работе и дополнительным требованиям начальства. Желательно больше времени проводить в уединении, что будет полезно для вас и вашей карьеры. Скорпионы. В ближайшие дни скорпионов ожидают положительные изменения. В этот период не стоит обращать внимание на резкие выпады. Сосредоточившись на своих делах, попытка оправдания своих действий может только принести смуту и разлад в вашем обществе. Стрельцы. Хорошее настроение будет сопровождать вас всю неделю, а любые перемены окажутся к лучшему. Только не суетитесь, соблюдайте последовательность в любом виде деятельности, чтобы избежать недоразумений. Стрельцы. Козероги. Придется просто выполнить задание. Впрочем, время сейчас было приятно для старта новых бизнес-проектов. Не забывайте также о завершении старых накопившихся дел. В пятницу не откладывайте на потом то, что наметили в этот день. Именно сейчас важно не упустить момент. Водолеи. Вам не стоит ожидать легких успехов. Чтобы достичь своих целей, придется хорошенько потрудиться. Неделя не лишена приятных моментов, но как только перед вами будет появляться важное занятие, тут же сразу появится необходимость проявить редкие свои качества, настойчивость, высокую работоспособность. Рыбы. Ожидайте интересных знакомств. Не исключены романтические увлечения, которые могут оказаться неинтересными и несерьезными. Неделя обещает много позитивных эмоций и приятных сюрпризов. Возможно, крупные приобретения, весомая прибыль или получение достойной награды.